Некоторые друзья начали мне рассказывать, что я, мол, зажрался, что мне во всех пляжах что-то не нравится, что я все время где-то чем-то недоволен. Но сегодня я покажу, на какой пляж я в данный момент равняюсь, когда смотрю на все остальные пляжи. Пока что я не знаю пляжа лучше на Лазурном берегу, чем этот. Если вдруг вы знаете, то, пожалуйста, напишите мне, я обязательно поеду, посмотрю. Ну, мне будет интересно, скажем так. Ну, собственно, чем этот пляж хорош? Здесь есть души. Их очень много. Здесь отдельно есть краны для мытья ног. Ну, как бы отдельно души, отдельно краны для мытья ног. Здесь везде есть туалеты. Здесь есть кафе, кому это интересно. Здесь есть шезлонги, кому это нужно. Здесь достаточно большая береговая линия. Очень хороший пляж как для купания с детьми, потому что тут не сразу глубоко, так и для купания взрослых. Ну, потому что, в принципе, ты заходишь, у тебя там по колено, по пояс, ты уже можешь плавать, и с детьми не страшно, и самому приятно, скажем так. До глубокой воды тоже не очень далеко. Сейчас мы подойдем, я покажу. На этом пляже есть смысл поплавать с маской. Много всякой живности в воде. Большое разнообразие рыб, маленьких, больших. Рыбы много. Видел тут осьминогов. Ну, в общем, есть на что посмотреть. Медуз мы тут не видели ни разу. Что интересно по пляжу? Я не знаю, почему, с чем это связано, но здесь люди начинают купаться раньше всего. Здесь быстрее всего прогревается вода. И ни разу мы тут не попадали на холодную воду. Вот. Тогда, когда в районе Тулона и в районе Иеры люди купались только самые смелые, но здесь в это время уже купались все. И маленькие, и большие, и старые, любые. Вот. Есть несколько недостатков этого пляжа. Достаточно много людей. И достаточно проблемная парковка. Парковка большая. Парковка вдоль всего побережья, плюс много парковок, помимо той, которая вдоль дороги. Но все равно этих парковок недостаточно, потому что несколько раз мы сюда приезжали, проблемно было где-то встать. Ну, прям проблемно. Здесь можно поиграть в волейбол. Есть специально оборудованные места. Что еще хорошо в этом пляже? Очень хорошая транспортная развязка, кому это актуально. Здесь ездят автобусы прямо вдоль всего берега. И сразу возле дороги, ну тут буквально типа там 30 метров, наверное, от берега, ездит поезд. Вот, то есть добраться отсюда, ну добраться сюда вообще не составляет никакого труда. На пляже, как видите, есть спасатели, что тоже как бы далеко не лишнее. Как бы, дай бог, чтобы не пригодились, но если будут нужны, хорошо, если есть. Береговая линия пляжа очень большая. Ну, не очень, но достаточно широкая. Места много, хватает на всех. И вся береговая линия, ну, из достаточно чистого песка. Везде приблизительно одинаковый крупный песок. Достаточно приятно по нему ходить, достаточно приятно на нем лежать. Ничего не жмет, ничего не давит, ничего ноги не режет. Опять же, ну, очень большое преимущество в нем, что в любую погоду, при любом шторме не поднимает муть из мелкой пыли в воде, и вода остается прозрачной. В общем, не знаю, возможно, что-то забыл. Но на данный момент для меня это лучший пляж. И если у меня есть возможность выбирать, куда ехать, я еду сюда. Ну, как бы
Ссылку на сам пляж смотрите, ищите в описании. Ссылку на парковку, на которой паркуюсь обычно я, тоже смотрите в описании. Возможно, если вспомню какие-то ссылки, еще туда добавлю. Так что проверьте, посмотрите. Пока. На этом все.